доброго времени суток зрительным и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. Давно не было видео, но сегодня мы с вами в рубрике геймплей летсплей рассмотрим игру Империя Грехов. Ребятки, игра вышла, возможно, дня 3-4 назад. Видео на канале давно не было, и я просто не мог пройти игру, связанную с гангстерской темой, пройти ее мимо, вообще не посмотреть, потому что я очень большой фанат не самого бандитизма как такового, а вот именно той эпохи, да, там 30-х годов, именно Америки, когда был сухой закон, там гангстеры и так далее. Поэтому я являюсь большим фанатом всяких там крестных отцов и так далее и тому подобное. Значит, начнем, немножко в нее поиграем, посмотрим, что это за игра. Значит, новую игру начнем. Это у нас такая, так сказать, РПГ, пошаговая боевочка. Значит, нужно развивать свою империю. Ну и тому далее, так далее и тому подобное. Ребятки, обязательно подпишитесь на канал моего товарища The Dog Father, который сейчас у него канал называется L2R2. Ну, как раз проходит киберпанк, всеми, наверное, ожидаемый. Может быть, многими уже полюбившимся стал он, потому что кто-то попробовал играть, я не пробовал, потому что только-только завезли игру в мой любимый магазин. Я ее обязательно куплю по цене интернета. Если она будет бомба, труба, пушка, ракета, тогда я ее куплю потом и за нормальные деньги. Так, значит, что у нас здесь есть из возможных боссов, скажем так. Салазар Рейна. Мне нравится. Черных я не буду брать. Кольты. Раген. Значит, это у нас Мексика с этим. Нет. Мексиканцы. Как-то не хочу мексиканцев. Джозеф Сальтис. Скажите, кто здесь босс? Значит, у него способности, у каждого босса есть свои способности, свои бонусы к империи, бонусы к дипломатии. Так, шулеры, опять же, черных. Чикагский синдикат. Вот, в принципе, неплохо, конечно, да, тут Альфонсо Капоне, такой вот он колоритный дядька, но это, думаю, будет слишком легко. Банда Донована. Братья Джен. Значит, прибудьте своих врагов метательными ножами, выберите несколько. Нет, не хочу. Королева убийца. Это у нас Голди Гарани. Сайвин Мок. Китайцы, японцы. Банда Нордсайда. Это такой дядька такой. Я думаю, интересный. Так, бордель. Значит, стоимость обстановки борделя минус 20. Привлекательность из казино плюс 10. Охотник за головами. Накопленные угрозы при убийстве других боссов минус 50%. Санта-Муэрте. Отправьте гостей к госпоже Святой Смерти. Вращаясь с револьверами в руках, расстреливайте врагов вокруг вас. Кто-то мне не нравится. Такое все оно какое-то... Может, от этого ребята... Пивоварня. Скорость производства в пивоварне 55%. Подпольный бар. Стоимость содержания подпольного бара на 15%. Сила в качестве. А в количестве. Повышенные угрозы, когда команда стоит менее чем из 6. Хоумран. Врежьтесь в выбранного врага, нанося мощный удар в ближнем бою, сбив противника с ног. Если цель погибнет, вы получаете эффект «давай еще» и атакуйте любого врага, оказавшись слишком близко. Короче, попробуем Фрэнка Рагана взять. Районы 10, вражеские фракции 10, подручные, сложности. Ну, давайте выберем. Подручные, я не знаю, но все равно не повлияет. Мы сейчас минут 15 в нее поиграем от силы. Так, Кольт Регана имеет большие связи в политике и беспощадно справляется со всеми нарушителями порядка в их районе. Не успел дочитать. Кстати, это не мое, вы помните. Ребята, как ваши дела? Давно я здесь не был. Рассказывайте в комментариях. Так, рад видеть вас, Рейган. Я тоже рад встрече. Билл, всегда приятно принимать у себя мэра. Я не удивлен, что рады. Похоже, вы собираетесь о чем-то просить. Мы люди заняты, Билл. Может, обойдемся без болтовни и сразу перейдем к делу. Так. Мы серьезный мафиозник. Давайте, я не прочь перекусить. В общем, ребятки, читайте сами, потому что слишком ленив. Я
Так, в общем, предлагают нам разобраться с какими-то головорезами. За это получим 500 тубликов и окажет нам услугу. I'll make sure and make the most of it when the time comes. Мы согласились. Не путайте мою доброту со слабостью. Я к каждому отношусь по-доброму. Если вы ко мне отнесетесь не по-доброму, то запомните меня с плохой стороны. Аль Капон. Может, умеет, практикует. Кстати, смотрите, как красиво. Мужчина белый, женщина белая, мужчина черный. То есть, как бы, в принципе, всем угодили, скажем так. То, знаете, вот, бывает, смотрю эти новости с тенденциями, там, мировыми, да, там, там феминистки или феминистки что-то там против кого-то, там геи, там черные, там желтые. Какая разница, ребята, это же игры. Но угождать нужно всем. Добро пожаловать в обучение. Я все знаю. Все. Итак. Итак. Значит, что у нас есть? У нас есть карта. Район. И вот пошли районы. Мы пока находимся в одном районе. Ну, я просто немножко до начала видео прошел обучение. Поэтому я уже такой крутой. Осталось только вернуться к себе сейчас. Я извиняюсь, если будет слышно посторонние шумы. К сожалению, живу не в пентхаусе, не в частном доме. Где-нибудь на каком-нибудь острове. Поэтому соседи присутствуют. Думаю, как и у всех. Итак, значит, у нас есть вот наш парень. У него есть определенное оружие. Вот мы рассмотрим, что-то мы имеем. Значит, есть черты характера. Религиозный, второе поколение, боксер, рыбак рыбака, жестокость, прочная шкура, нетерпимость, империя повышения противопоего варен, империя снижения сила в количестве. Так, давайте займемся, значит, ну, понятно, что здесь вооружение. У нас только есть основное, вторичного у нас нету, аптечечка, значит, дурная слава 0 из 1000. Здесь, что мы можем прокачивать дальше, то есть home run, это у нас идет первый, дальше у нас идет уцелевший, легко уцелевший возьмем. Теперь, когда здоровье опускается до нуля, вы всегда будете истекать кровью, вне зависимости от количества хиппи вашего. Биография. Ребятки, кому интересно, на паузу поставить и почитать, хотя, я думаю, это никому не интересно. Идем дальше, значит. Черная книга. В черной книге мы можем нанимать гангстеров, которые будут нас сопровождать, будут у нас в семье. Каждый гангстер, у него есть свое отношение, скажем, к семье, верность там, и так далее. Есть, как видите, у него личностные отношения с другими персонажами, другими гангстерами. Некоторые гангстеры могут наниматься только при определенном условии, когда мы уже там станем слишком крутыми ребятами для того, чтобы нанять. Поэтому мы наймем вот этого черного парня, который дружит только с каким-нибудь индусом. В общем, мы берем его. Тем более за бесплатно, у него есть дружба, поэтому он нам подходит. Да, он будет у нас осваивать отвод огня. Так, далее, наймем еще наемный стрелок, да? Возьмем еще вот этого черного. Он тоже с винтовкой. Думаю, отлично пойдет. Так, так, так. И возьмем, наверное... вот эту бобеночку с пистолетом-пулеметом нанять. О, бачта, она уже за деньги. Если техма тоже за деньги, но она, блядь, так дорого стоит, так дорого стоит. Короче, пока мы ее нанимать не будем, нам пока хватит два гангстера. Вот они, в принципе, прибежали. Итак, открываем карту. Что у нас есть? У нас есть пивоварня, у нас есть подпольный бар, да? Так, 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 так. Что, значит, что мы дальше делаем? Подпольный бар. Дать, закрыть, заглянуть его. Сейчас заглянем его внутрь. Посмотрим, как у нас тут все обустроено. Называется он фактор 6. Да? Я не хочу, чтобы он назывался фактор 6.
Значит, здесь можно увеличить уровень безопасности. Значит, тут второго уровня отражение, обстановка и молва. Молва — это своеобразная реклама, которая повышает прибыльность данного заведения. Да? Значит, наше задание — приобретение не менее 5 заведений по кирпичику. Я вот хочу, к примеру, взглянуть сведения. Я хочу его переименовать. Я бы не так просто бар назвал. Ладно. Не так, да не так. Значит, наше задание на данный момент. По кирпичику наводим порядок в районе. Отправляйтесь в место под названием стадион. Давайте займемся этим заданием. Где-то наши три дурачка. Выходите. Сейчас отправимся. Где-то стадион. Вот оно. Да? Да. Все, значит, сюда отправляемся. Сейчас переговорим по метру, узнаем, что нам нужно сделать. Наверное, кому-то навалять, заодно посмотрим системочку боевки. Я, кстати, начинал до этого... Ну, как начинал? Пробовал играть в обучении за мексиканцев, там эта баба. Вот у нее есть классный скилл, типа, берет под контроль вражеского персонажа. Ну, там, неважно кого. Так, охранник. Что там? Кольт Рейган слышал про таких, не сомневаюсь, пишет, я один из них. На своей банде, приятель, пиши свою лапшу на ушко и другому. Так, вы, ребята, усложняете нам жизнь своими выходками. Сам мэр обратил на вас внимание. Ты что, коп? Я просто парень, который решает проблемы. Если такая важная шишка, лучше проваливай, потому что мы терпение на исходе. Знаешь девиз кольтов? Ударь меня, ударь еще 2000. Чего, блядь? Хрень какая-то. 2000 парней вроде тебя, и все явятся сюда, чтобы заболтать меня до смерти, убеждения. А у тебя только не танка, докажи, что еще есть мозги, пока не сделаю тебе пулю в голову. Придаю кольтам. Успех. Убеждать ты не умеешь, Хрэнк, но вот немного капусты мне не помешает. Как тебя зовут, малой? Джина Уалла. Малой Джина, ну как бы немножко, да, может, там, конечно, косяк этого, скажите мне, перевода. А может и нет. Так, ладно, все, заходим, короче, разбираться сюда на стадион, значит, войти. Сейчас мы его зачистим, этот стадион. Итак, сразу зашли, разбежались по углам. Тактика, ну, как, точнее, не тактика, а боевка напоминает XCOM. Значит, первый у нас, конечно же, стреляет наш главный дядька. Ценность мощности удар ближнего боя, обрушки. Парень погибнет. Ну, я думаю, whole run мы не достанем, конечно же. Хотя было бы неплохо, но... Попробуем ее заухумранить, скажем так. И бум! Есть! Шикарно! Так. Нигер с ружьем дальше у нас идет по ходу. Передвигаем его сюдашики. И используем, наверное, просто атаку. Бум! Попал на 30. Не кританул, правда, но попал. Так. Второго нигера, который постарше, переводим сюда и тоже просто в тупую стреляем. Я думаю, прятаться нету смысла. Бум. И никакого дерьма на трусах. Блять, стреляет. Хрен знает откуда и попал. Соколиный глаз. Так, перебегаем нашего тогда. Кстати, людишка, это просто интересно, их можно убивать. Хотя только что они просто пропали передо мной. Ладно, стреляем. Я уже попал на 17. Молодец. Фрэнки. Так, Хью Миллер. Ты, наверное, блядь, не попадешь отсюда. Ну давай. Не будем, короче, прятаться. Там остался один бармен с этим с пистолетом. Просто мы вдалека. Понятно. Все ясно, все понятно. Тебе явно не соколиный глаз. Так, мы же повернем. Давайте отсюда будет у нас дед вести. Монкс. Огонь. Но вести он будет потом, потому что очки действия у него закончились. Так, Рейган, давай твой ход. Хорош, попал. Еще разочек. Давай за маму, за папу. Есть. 16 хп у него осталось. Я думаю, сейчас все-таки наш нигер не должен попасть. Вы знаете, у меня вот тут уже есть вопрос по поводу того, нужен ли он нам в нашей команде. Вот дед молодец. Все, деда вопросов нет, мы его повысим. Итак, отношения с фракцией.
Минус 42, железная леди Грандера. А, ну вот 800 долларов получили. И еще получили травяное снадобье. Восстанавливаю 25 очков здоровья, еще 25 очков еще не следующих 4 раз. С шансом 10% защищает от всех негативных эффектов. Так. Захвачиваем данное предприятие. Что мы здесь сделаем? Мы здесь сделаем подпольный бар. Так, а назовем мы его Утолика. Утолика. Все, есть такое дело. Подпольный бар Утолика. Награды. Проводим приятный рун. Есть. Так, одно услуга мэра, как я понимаю. Дальше, что тут по поводу Утолика нам надо будет сделать? А, денег у нас 4000, да, хватает. Значит, давайте в любом случае обстановочку улучшим. 25 дней она будет улучшаться. И, наверное, улучшим безопасность. Вот, как-то так. Ребятки, ну, играть вам или не играть... В эту игру решайте сами, но я просто не мог пройти ее мимо, тем более давно не было видео на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, не забывайте заходить на канал моего товарища, смотреть прохождение по киберпанку. Ну и всего хорошего, берегите себя.